Начнем с вами тему заполнения журнала контроля работы стерилизаторов воздушного и парового. Паровой — это автоклав. Для начала нам нужно заполнить титульную страницу, наименование учреждения. Если вы самозанятый, пишите «самозанятая», фамилия, имя, отчество. У меня ИП, я пишу свою фамилию, инициалы. Журнал начат, допустим, 7 февраля можно написать. В 2023 год. Дату окончания указываем, когда уже полностью он будет у нас заполнен. Так, открываем. Здесь можно почитать инструкцию. Смотрим. Дата стерилизации. Заполняем сегодняшнюю дату. Когда у нас будет? Значит, 7 февраля. Значит, мы его и начинаем. 07.02.2023 год. Сокращение здесь делать нельзя. Так, потом у нас идет марка, номер стерилизатора. Вторая колоночка. Здесь мы указываем, какой у вас стерилизатор. У меня ферропласт 10. Так. Стерилизуемые изделия. Наименование, количество, упаковка. Пакеты. Наименование пакетов мы сейчас не пишем, что находится внутри нашего пакета. Пакеты мы нумеруем. Допустим, сегодня у меня было 4 пакета на стерилизации. Я каждый пакет вот так пронумеровала. От 1 до 4 и поставила дату. Можно еще поставить свое имя. Ну, если вы работаете одна, то можно будет его и не ставить. Так, здесь мы пишем, сколько у нас всего было пакетов. Одна строчка, один пакет. 1, 2, 3, 4. В строке количество мы пишем, сколько в каждом пакете у нас было инструментов. Вот здесь у нас 2 инструмента. Одна фреза и щипцы. Если у вас 3 инструмента, то пишите 3 инструмента. Если 4 инструмента, допустим, еще какие-то фрезы, то пишем 4 инструмента. 2, 2, 2. Так, упаковка. У нас крафт-пакет. Можно сократить, КП написать. Дальше. Время стерилизации. Нам нужно определить сначала время стерилизации. Примерный нагрев сухожара 30 минут. Допустим, вы загрузили инструменты, на часах было 16.00. Время вы должны указать примерно 16.30. Это и будет начало стерилизации. Пишем 16.30. Прибавляем 60 минут, потому что у нас стерилизация идет 60 минут. Будет 17.30. Так, также мы здесь это все прописываем. В строке давления мы его зачеркиваем, потому что у нас давление указывается для автоклава. И пишем время. Время у нас 60 минут. Можете потом себе прописать до конца журнала, что 60 минут и температура 180 градусов. Так, тест-контроль у нас дальше идет. Биологический мы не проводим. Термический. А если будет тест-контроль термический, мы его указываем. Это вот здесь вот эта колонка. Мы его указываем с термометра, который у нас лежит на дне стерилизатора. 181 градус. Дальше. Тест-контроль химический.
здесь нужно наклеить вот эти вот индикаторы 4 класса, которые мы раскладывали внутри сухожара. Склеиваем потихонечку. И каждый аккуратненько мы сюда приклеиваем. Последняя колонка – это подпись. Подпись ставит тот, кто делал стерилизацию. Дальше. Вот мы заполнили с вами журнал. Здесь ничего сложного нет. Допустим, если вы хотите пользоваться данными инструментами под номером 4, то вот этот вот индикатор мы должны будем приклеить вот сюда и поставить подпись. Открываем индикатор. Пакет не выкидываем, достаем и ищем. Это было у нас 7 число. Пакет номер 4. Все, мы его использовали. Индикатор поменял свой цвет на правильный, да? Он был синим изначально. Изначально он был синим, поменял свой цвет. Отклеиваем одну часть. 4. И вот сюда вот мы его приклеиваем. Ставим подпись свою. Здесь также нам нужно прописать, заполнить полностью. Потом у нас будет следующая стерилизация. Допустим, 8 февраля 2023 года. Пишем дальше номер пакета. Не с цифры 1 начинаем, а это уже будет 5 пакет. 8.02.2023 год. Количество инструментов у нас в пакете 1, 2, 3, 4, 5. 5. Да, 5. Крафт-пакет. Когда мы его загрузим, мы должны отсчитать примерно полчаса от начала стерилизации. Поставим его, конец стерилизации, и на 60 минут 180 градусов. При биологическом мы ставим прочерки. Термический контроль у нас. Вот эти градусы мы указываем с термометра, который у нас лежит на дне сухожара. Также после стерилизации этого пакета мы возьмем химический тест вот этот и наклеим его сюда, когда будем пользоваться, и поставим свою подпись.